Здравствуйте, мы семья Дроздовых. Мы отдыхали в православном центре Фавор, нам очень понравилось. Отдыхали уже второй раз. Когда мы туда ехали, у нас в душе была радость, что мы едем именно туда. Почему? Потому что там прекрасный вид, очень чистая, замечательная вода, хороший пляж. Все место прекрасное само по себе, вдали, в тишине, вдали от всякого шума курортного. Тихо, спокойно, море, да, чистое, свободный пляж. Хорошее питание. И, но это, да, но самое главное, это вот то, что создает отец Игорь, да, атмосфера. Там вот находишь себе друзей, там все время какие-то люди вот интересные, да. С которыми легко подружиться. То есть там вот атмосфера дружбы, любви, которую создает отец Игорь. Галина Геннадьевна помогает, и мне помогла со спиной моей. И помогает вообще разруливать разные вопросы, не только лечебные, вопросы, да, и с поездками. Замечательное место. Нам очень понравилось на духовных беседах у отца Игоря. Прям какие-то даже такие вопросы, которые насыщенные были в душе. Там. Не то, что они были разрешены, но, по крайней мере, было какое-то движение в их решении. Беседы каждую субботу батюшка проводит. Да. Со всеми желающими. Также я являюсь хоровым дирижером и преподавателем хорового пения. И отец Игорь предоставил мне возможность проводить мастер-классы и в первый раз, и во второй. Я очень благодарен ему за это. И сдружились с людьми, которые приходили на репетиции. Лучше узнали друг друга. Хорошо выступили. Принесли радость всем, кто нас слушал. Я продолжаю свою деятельность здесь, в Москве. Я доступен. Провожу онлайн-уроки. Так что любой человек, который хочет научиться петь, или петь в церковном хоре, может ко мне обращаться. Еще раз выражаем огромную благодарность с Игорем, Елене Геннадьевне и всем, кто им помогает, за наш прекрасный отдых в Крыму. И мы очень хотим ехать сюда еще раз. Да, место, в которое хочется возвращаться. Да.